Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Дисан Джека и Игорь, и добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Не смейся, челлендж». Да. И да, ребята, всем привет, эта серия выходит только благодаря вам, потому что вы поставили много лайков, да? Да, ребята, всем привет, и надеюсь, в этот раз вы тоже поставите большущий палец вверх, потому что я знаю, всем сердцем, знаю, что вы всем сердцем любите эту рубрику, так что ставьте лайки, и тогда серии будет больше. Приятного просмотра! Чур я второй! Чур не первый! А, ну, я как, собственно, вообще идите в жопу. Давай, давай. Эдисон, давай иди! Давай заколебали! Давай, Эдисон, уже! Каждую серию первый! Каждую серию! В той серии первый! В этой серии первый! Вы заколебали! Вы пиндрёж, только посмотрите на него! Фу на тебя, поймать, я тебя пу тоже! Нет, дед, нет, ты шо? Ты шо? Ты готов не смеяться? Не смеяться. Рубрика как называется? Не смейся. А ты не смейся, а ты не смейся, вот именно. Поэтому не смеяться, ни в коем случае. А тогда смысл этого челленджа? Вообще не надо смеяться, вот именно, вот именно. Так, вот. А вы? Конфетка. Не дали, понимаете? Не дали, понимаете? Не дали мне. И вот я тогда расстроился, когда вы не дали мне. А вот Эри мне не тогда не дал, и я такой, а что делать, да? Поэтому надо восстановить события, понимаешь, которые были в той серии. Рудольф, как понимаешь? Рудольф! Рудольф! Подглядывать за мной! Рудольф! Подождите, я один не понял, кто такой Рудольф. Рудольф это лошадь. Рудольф? Вот это Рудольф. Ты что, не понял, что Рудольф это сынишка Деда Мороза? Ты не умирай. Я не настолько смешной, чтобы так умирать, понимаешь? Рудольф, умирай, пожалуйста, живи. Можно стенку, пожалуйста? А, ты идешь показывать или я? Ничего, все будет. А, ну я могу и ты. Давай я, все, выходи. Да, совместное. Мы пока. Нет, только давайте, мне вот это не надо, а то будет... Рудольф! Так, ребят, сейчас очень серьезно. Хорошо, мы слушаем. Сейчас мы очень и очень серьезные будем. Знаете почему? Потому что... Всем привет, с вами я, Рыклопа, и сегодня, знаете, что будет сегодня? Знаете, что будет сегодня? Знаете, что это? Вы знаете, что это? Это дар. Дар. А можно секретное фото с новой серии? Подождите, это Дарк. Это Дарк. Дарк! Ну видите, Дарк, понимаете, Дарк! Рудольф. Это Рудольф. Ладно, все, я пошел. Да нееее, мы что хотим серию? Ходор. Вот это все. Привет, с вами я, Рыклопа. Так, это моя очередь, да, моя очередь. Надо Дарк вырубить, надо Дарк. Да, надо Дарк вырубить. Это как-то очень страшно, когда Дарк, понимаешь? Ну, очень Дарк. Дарк это очень страшно. Страшно было, да. Это кто? Всем привет. Мои руки базуки. Я буду сейчас скачать синтов в руки. Надо сесть, удобно сесть. Берем, короче, литр синтола, вот берем. Вот литр синтола. Берем, подъезжаем к нему, так оп. Все, наши руки становятся больше. Это нужно чувствовать, смотрите. Смотрите, большие руки такие. Они становятся больше. Руки базуки. Руки базуки. Двушку видите? Хотите двушку? А ну. Сейчас. Па-па! Двушка моя, это коронная двушка моя. Кто у тебя? Двушка. Это Сильва какая-то. Ты Сильва. ПСЖ играешь, да? Это, продаю синтол. Не надо. С тебя 500 рублей. Ты кому синтол толкаешь? Дед Мороз, у меня его вообще куча, понимаешь, на складе. О, нормально, подари мне синтол на Новый год. Держи. Мне надо руки-базуки мои прокачать. Ты Рудольфа забыл, Рудольфа! Рудольф! Да у меня тут еще один. Сейчас я с ним разберусь, двушку у него, сейчас подойду. Ща-ща. Ты говоришь, занят очень важным делом. Руки базуки. Рудольф. Стрё? Маньяки по улицам. Кто? Это клоуна ноль. Чекай. Стрёмно. Ты что, немного. Это было уже. Стрёмно. Это уже было, да, это уже было. Но все же это будет смешно, я вам гарантирую. Рудольф! Да нет. Да подожди! Куда побежал? Никто. Все злые. Руки базуки. Можно?
что? Злые все на этом мире. Двушку у него сразу. Никто не хочет пусть истины показать. Не видно, света в конце не видно, поэтому... Йода! Я так скажи, решил. У меня правильный истинный путь, двушка. Это мне никто не показывает путь, никто не показывает путь в этом жизни, в этой жизни. Поэтому я решил вот это... Ебал я вашего Вейдера Дарта в сраку, понимаете? Я сраку, это, блядь, никто свет не показывает, Дарт Вейдер, ебал я! Рудос! Ой, что это? Что это? Что это такое? Что там было? А что это? Ну когда бабы пришли. Дебил! Руки синтол, ты дебил, понимаешь? Дебил! Накачал синтол и себе, что ты отупел. А что за тёлки? Так, ребята, вы готовы к самой великолепной просто сценке? Просто самой великолепной, я считаю. Готовы. Да. Кто? Это 12-летняя та. Кого это? Это ты тебя еще не услышал, что ли? Это 12-летняя. Это 12-летняя Таня. А, Таня? Целительница Надежда Антоненко считает, что в голову девочки вселился Бэтмен. Кого это? Вот это крылья, да, вот это ноги, а голову не вижу. Все там есть, понимаете, все там есть. Жопы. И дай правую сетку. Ты не знаешь про 12-летнюю Таню, в которую вселился Бэтмен? Ты не знаешь про 12-летнюю Таню, в которую вселился Бэтмен? Уйди, страшная женщина, уйди. Уйди. Вписю на воздухе, ребята. Это знак. Это знак. Уйди, страшная женщина, пожалуйста, из моей жизни. В мою голову вселился писюн. Страшная женщина. А что такое мул? Не знаю, Игорь, не знаю. Это сложно. Рудольф. Это Рудольф, да. Да выходи уже! Давай! Подожди, я сейчас вспоминаю, и покажу вам очень... Видно, что ли? Так, мне надо лошадь. Где лошадь? Держи! Безумная женщина! Так, короче, ладно, поехали, ребята, поехали. Поехали! Стартуем! Это Pineapple? P-P-A-P? Да, это Pineapple, но он необычный. Понимаете? У меня есть... Так, у меня есть морж! Морковка! Это будет моржовка, понимаете? Моржовка, хорошо. О, кирпич! Ну, шлакоблок, вы поняли, да? И охуй! Шлакоблок! И есть у нас пони, но это мул. Рудольфа заспавни! Рудольф всегда придет на помощь. Пони! И тампон! Что ты вот дергал перед всеми, скажи честно. Ну что, тампони, вот это тампони, это шлакоблок у меня, это вот, это моржовка. Моржовка. Ну, у меня тут проблема. Переключи скин. Я тебе не знаю, что будет скин. Ну ладно. Ты ну. Подожди, там что-то появляется. Где? Ничего там не понятно. Я не знаю, потому что сценку мою уже спалили. Некоторые, господа, я хотел вас вот, показать вам. А вы, ну иди сюда, дура, блин. Иди сюда. Да выходи, ты что ты стесняешься? Да иди сюда! Это Хабзавр? Иди сюда! Иди сюда, Лю... Хабзавр, да? Иди сюда! Да иди сюда! Какая же она тупая. Я, пацаны, извиняюсь за это, но любовь как бы это, вы понимаете, в жизни один раз бывает. Иди сюда. Пацаны, я хочу... Это реально Габзавр? Какой Габзавр? Подожди, держи окуня, задонатил. Трусы держи, на мошку одевай. Да не сюда, на бошку. О, всем привет! Знакомьтесь, это Людмилы.
Я думаю, многие не поймут, кто такой Габзавр, но вы лучше не вникайте. Если да, вообще, вроде обращать внимание. Лучше не надо. Здоровее будьте, и психика также будет здоровая у вас, поэтому не надо. Люля, Люля! Руки-базуки! Да что ты опять орёшь на этого идиота? Пошли сюда, Люля. Еще стесняется. Пацаны, идите пока. Иди сюда. Хорошо, хорошо. Да подойдите. Шеф в клетку посадил. Ну, мама странная. Смотри, Игорь, ну я в клетку посадил. Маму в клетку. Не умри там. Так, базука, давай, вали отсюда, базука. Я могу клетку сломать, подожди. Да, подай. Мы за свободу мам, да? Да. Так, ну хорошо. Ты знакомься, если бы. Не-не, спасибо. Ну, смотрите. Короче, такая тема. Вот вы думаете, на самом деле, это не Дэдпул. Я у мамы бегемотик! Жирный как пирамей, понимаете? Жирный как... Это же я Дэдпул. Да, я у мамы бегемотик. А при чем тут Дэдпул? А вот просто был Дэдпул, а потом бог и стал и у мамы бегемотиком. Понимаешь? Вот и вся сценка, как бы, говорю, странная, но... Но бегемотик, это важно. Да, жирный пельмень, бегемотик, Дэдпул. Может, хватит, я еще здесь. Игорь, мы не про тебя, это вообще руки-базуки там. Это кто вообще? Это не Игорь, это просто бегемотик. И они еще нас называют придурками, да, Людка? Бегемотик. Я читаю только для себя. Да, мазафака. Ага. Если у тебя есть бит, я его убил. Тяу-тяу-тяу-тяу. Это должанский? Тяу. Ты шо? Совсем что ли дурак? Кто это? Кто это? Ты дурак? Кто это? Фейс старости. Я занимаюсь спортом. Всем фак. Я занимаюсь спортом. Всем фак. Всем факт. Спортом. А, это Жека. Да, Жек, смотри, какой у меня ты. Смотри, какой у меня ты. Мы вместе показался. Какой спортом? Ладно, шлакоблоку. Какой видос? Какой спорт? Шо, я вообще не понимаю, о чём вы? Вы же сговорились, что я ничего не понимаю. Я тоже, я тоже, я требую объяснений. Я тоже ничего не понимаю, что ты на меня орёшь. Сам поставил такой же скин, что вы, что это? Это вообще другой скин! Это ты, Жека! Удивил! Ничего не понятно. Я ничего не понимаю! Я сейчас умру, просто умру. Объясни тебе, пожалуйста, в чем прикол? Я это, наверное, не поняла. Пожалуйста. Объясни, ты меня не понимаешь, что в чем прикол. Рудольф, объясни что-то, пожалуйста. Это такой штурм мозга, да? Типа, я вообще ничего не понял. Вы издеваетесь, реально? Мне реально интересно. Все, пацаны, да, нужно заканчивать уже на этом. У меня мозги поплыли. В смысле заканчивать? Я не понял, объясните мне прикол. Я не понимаю. Я отупел на процентов 20. Жека вообще аутистом стал. Это скины дьявола, это его скины. Я знаю. Ребят, спасибо всем за просмотр, да. Ставьте лайкусики на все наши видосики. Если наберем много лайков, будет много серий «Не смейся челлендж», да. Обещаем. Да, еще нужно подписываться на наш канал, это уже, да. И колокольчики. Я сомневаюсь, что после этой серии будет еще продолжение. Я сдаюсь, я все, я больше не могу. Только не так! Только не так, пожалуйста! Нет, слава богу, успел. Ты меня больше так не пугай.